Желающие помочь или просто увидеть следующие VR-игры для будущей локализации могут отсканировать QR-код на экране. А мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Сан, и давненько не было роликов. Я просто очень активно взялся за работу и ушел туда в нее, можно так сказать. Поэтому постараюсь, как всегда, опять вернуться. Не знаю, получится или нет, но будем пробовать. Ладненько. Мы остановились на том, что подошли к деревне Солнечная. Я не помню, что нужно делать. Солнечная! Ура! О, и парочка Фредди. Ну, что, парочка. Стены, еще чего? Эй, что вы тут делаете? Так, подожди, а я же не могу, да, вот это так. Все, вспомнил. Нужно уже вспоминать, что я упустил. В плане, как захватывать. Тут, оказывается, нельзя захватывать. Просто вот реально вживую ты просто придерживаешь рукой. И целишься. Да, и точно. С дороги, пацаны. Я тут на задании. У меня задание. Угу. И я уже разучился стрелять. Это буквально первая игра, за что я взялся после, скажем так, когда-ли выходной. Не буду говорить, что и как, но будем пробовать продолжать вернуться. А тут у нас такая... Слушай, я думал, что деревни будет больше. И... Какое это удовольствие. Нормально. Так, окей. Вроде бы наловчились. Только посмотри. Они баррикады построили. Ладно, это хороший знак. Не могу тут пройти, боже. Хотя, кажется, придется пробираться огородами. В смысле? Подожди, я же открыл дверь. Вот. Нормально. А ты говоришь, не можешь пройти. Тук-тук. А, слушай, может быть, я просто такой высокий. Вот так нужно пригнуться и пройти. Или у меня что-то... Посмотрим, открыт ли этот сарай. Так, подожди, шаг назад. Пригнуться и войти. Да. Узишка. Узишка у меня есть. А патронов у нас не так много. Ну как? Много, но если будет толпа... Блин, я там прям слышу очень много зомбарей. Ну, очень много. Что ли? Я через дверь их шмальнул? Не знал. Окей. Так, ладно. Мы здесь. И что мне нужно делать? Найти какую-то шахту? Так, патроны не забываем. А то очень много уходит на них. Эй, Фред, пошел вон с моего газона, чудик. Вроде бы наловчился. Вроде бы. Нужно больше, конечно, практики. Но, думаю, нормально. Добавить, кстати, выручивание. Не тут баррикаду построили. Надо будет почаще пользоваться. Уверен, мы можем укрепить ее, но для начала сойдет. Слишком высоко. Отлично сработано, пацаны. Подожди, как-то я могу настроить? Не могу. У меня, получается, из игры выйти. А как это пойдет? Ладно.
Ладно. Кажется, тут мы можем протиснуться. Ну да. Кажется, можем. О, Фреда. Черт, мне нужны еще боеприпасы. Кстати, насчет Хитмана. Хотел его очень сильно пройти, но когда увидел, какое там, конечно же, Г, перехотел. Пока проходить, пока не выпустят они патч. Как-то так. Но игрушка довольно-таки занимательная, потому что я не смотрел ни одной серии прохождения, так как хочу сам ее пройти. Но графон меня на трейлере, конечно, да. Ну, не этих мини-обзорчик, да? Которые были в YouTube, с перепросмотром. В общем, мне не очень-то и зашло, на самом деле. Так, стой. Не могу открыть, да? Ни одно, ни второе, ни третье. А куда мне нужно? Вот ту дверь, которая подсвечивается, или что? Вот, да. Пойди, пытаешься пиво выиграть, что ли? Мы с тобой на пару, братан. Нет. А знаешь, тут довольно уютно, даже со всеми этими Фредди. Но ведь где-то же должны быть ключи от номеров. Может, надо было у бармена спросить до того, как я ему башку отстрелил. Ну, я сомневаюсь, что он тебе ответил то же самое. Понимаешь? О, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Нам не нужны эти ключи. И это тот еще вопрос. Ведь патроны. Да, на пистолет они, конечно, заканчиваются, но очень быстро. Но... Ключи. Номер 202. Понял. Может пригодиться. Это, я так понимаю, тот номер, который находится рядом с нами. Потому что на нем единственный находится номер какой-то висячий. В общем, разработчики не парились. Да и, в принципе, оно и не надо было. Так. Вот он. Подожди. А, нет. Беру свои слова назад. Мне показалось. А то издалека как будто кажется, что там нет номера. Эть, у меня 202 или какой там? Подожди. Что я все пропустил? 102. Вот сейчас, видишь, их нету. Номеров этих. Вот я про это и говорю. Странное дело. Может быть... 102? Нет, не работает. Ну ладно. Давай наверх. Тут у нас уже идут 200. О, вижу, там где-то лежит. Крутись. Тук-тук. Ой, ничего себе. Я уже привык, конечно, но в этой кровати я спать не буду. Понял. Подождете, сэр. Стой, я застрял. Все отлично. О, вставить ключ. О, это проход на ту сторону. Неплохо. Вот, блин, кого сегодня волнует личное пространство, да? Такая дыра. И рядом толчок. Эх, хороший вид, конечно. Окей, подняться я не могу. Мне нужно идти дальше. А, да, вот и вход на другую локацию. Опа. Проходим дальше. Sunshine Fest. Fest. Что это? Солнечный. Фестиваль, да. События развиваются стремительно. Не знаю, что им рубили, но выглядит угрожающе. Так, так, мимо всех их не пройдешь, поэтому... Что ж, проверим тогда, Мишка. Ладно, поехали. Чего? Кто-то стреляет? Не понял. Надеюсь, там есть корова. Понял. Черт, снова здорово. Ха-ха-ха.
хочешь отведать этого? Да! Потеряйтесь, Фредди! Фух. Нормально, нормально. Фух, аж прям неожиданно. Долго не играл от такого, конечно. Слушай, а это же... А почему они были все загнаны в амбар? Очень напоминает одну серию из The Walking Dead. Не помню, там второй, третий сезон. А войти нельзя, я понял. Ладно. Где они типа всех задавали туда, в амбар, чтобы вылечить когда-нибудь. Интересный был сюжет. Пока, конечно, сам сериал не скатился. Но вроде как последний сезон многообещающе выглядит. Что ж, а я не пойму, куда мне дальше. А, вон, понял. Мы прошли эту локацию и идем на следующую. Так, тук-тук. А мы направо. Должен сказать, не такого приема я ожидал. А где все? В смысле, где все? Они были в амбаре. Так, ладненько. И мы здесь. Есть кто? Эй! Есть кто? Я так не думаю. Дьявол. Ну, может быть, Фреда. Куда все подевались? Слушай, мне кажется, сейчас они где-то вот всей толпой на нас вылетят. Слишком тихо. Окей. О, висячая кажется, бутылка. Я смогу пробраться через этот дом. Давай, нужен ключ. Где нужен ключ? О, ключ. О, блин. Он, конечно, синий. Фу. И люди взрываться. Тот парень дик. Да, конечно. Отлично, и что теперь? Ну, мы вошли. Дверь закрылась. Так, идем дальше, получается. Что ж, да, мы просто прошли, получается, на дорогу. Эх, красивый каньон. Учитывая, что и графика, в принципе, нормас. Насколько это возможно было для того времени. Вот. Но все-таки. Дьявол. Вот он. Фу. И мы здесь. Есть кто? Сейчас узнаем, есть ли тут кто-то. Эй! Есть тут кто? Опа, привет! Черт возьми, где ты, братишка? Ништяк, вот оно. И открывать дверь или что? То, что надо. Я не понял. Ништяк. То, что надо. Есть кто-то за дверью, нет? Я вхожу. Ну, входи. Не стреляйте, ладно? Я открываю дверь. Ну. Надеюсь, вы все целы. Опа, все сдохли. Что за... Да, грустно. Но, как и весь мир. 2016 года. Это было круто, согласны? Что за черт? Это было очень здорово. Не выйдет, твою ж мать, просто не выйдет. Черт, 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 черт. Вернемся, а не давайте. Ты что, блин, прикалываешься? Да ну его нахрен. Невероятно, даже не говори мне, блин. Которую может предложить наш городок. Мы вернемся после. Обычная запись, такая же, как и была в этом. Доброе утро, Аризона. Надеюсь, вы все целы. Причем голос его же. Я так понимаю, один и тот же человек озвучил. Вот. Подобрать. Это было прием! 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 Хочешь сказать? Прием! 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 Ну, уже ничего не скажешь. Ничего, ничего, ничего! О, черт! А, черт! А, черт! О, позрись, брат. Прикольный колоночки, кстати. Как рамочки. Эй, есть что за...
Ау! 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 Есть тут кто? Ау! Ау! Пожалуйста! Пожалуйста, ответьте! Да-да, мы вас слышим. Ау! Где вы находитесь? Отбой. Да! Ау! Я на радиостанции! Солнечная! Солнечная Аризона! Пожалуйста, пришлите кого-нибудь! Принято! Иди к прогалине дальше на горе. Есть оружейный склад. Это все один и тот же чай, конечно. Ничего не сиделось. Ладно. О, твою ж мать. О, твою ж мать. Ладно, ладно, двинули. Неужели мы реально кого-то найдем? Они бегут за... Боже, они все бегут за мной. Боже мой. Сейчас будет некое месиво. Нет, 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 нет. Вы меня теперь не возьмете, чертовы Фредди. Я ухожу отсюда, уроды! Не понял. Как будто послышался вертолет. Ладно, держимся. Вы меня сейчас не возьмете. Нет, 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 нет. Только не сейчас. Сейчас вы меня не возьмете. Никогда! Никогда! Так, смещаемся на эту сторону. Неплохой такой тир, чтобы вспомнить, как стрелять. Что ж. Слышишь его? Гип-гип, ура! Сюда! Сюда! Эй, вертолет! Ребята, вытащите меня отсюда! Ура! Привет! Привет! Сюда! Сюда, сюда, братцы, сюда! Я здесь! Yes! О, твою ж мать! Наконец-то! Наконец-то! Я делаю ноги отсюда! Давай, давай, чуть давай, ближе, кидай эту штуку! Ребята, чуть ближе! О, черт! А чёрт! И... Кидай её! Давай, давай, давай! Пока, малыши Фредди! Пока, чёртова жара! Пока, солнечная Аризона! И... А, мы прошли игру! Серьёзно! Типа мы кого-то искали, и мы и все? Ну, странно как-то. Я думал, ну, будет продолжение, типа. Я так понимаю, Arizona Sunshine 2 — это и есть продолжение. Ну, скоро выходит ремастер еще. Я тоже думаю его перепройти по-быстрому, скажем так. Посмотреть на графику. Но я реально рад, что вот так бы закончилось. Будет, скажем так, время, чтобы продолжить допроходить остальные игрушки, которые не допрошел. Что ж, ребята, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписки. Жду вас в следующей серии. Всем удачи, всем пока!